Доброй ночи всем. Привет. Твич. Здорово. Короче, ничего лучше, чем постримить, например, Titanfall 2, закончить сюжет. Ну, не закончить, по крайней мере, просто поиграть. Не знаю, за сегодня я пройду, нет. А мне в голову не пришло. Пришло в голову еще, конечно, поиграть в четвертый DMC. Он же Devil May Cry 4. Но чуть позже, наверное. Как раз таки сегодня я постримлю Titanfall. На следующем стриме, ну, типа, два стрима, наверное, по DMC 4. И ближе, ближе к 8 числу мы пройдем. Ну и там плюс-минус зависит от того, сколько я буду стримить. Ну то есть, типа, там каждый день получится. Я вчера хотел подрубить, но что-то мне вчера вечером так херово стало, что я был не в состоянии. Не знаю, от чего. Лежал, короче, вечером прилег спать. И как будто температура что поднялась или что-то такое. В общем, да. Ну, вроде все в порядке сегодня, нормально. Вроде не заболел. Хотя бы на этом спасибо. Несколько месяцев хочешь Deus Ex-а проходить? Да. Но я не знаю, получится в марте с Deus Ex'ом или нет. Потому что я вот говорю, сейчас планки. Можно водочки? Можно водочки? Вы домой летите, Максик? Спасибо, Максик, за 21 уже целый месяц. Спасибо большое за ресап на 21. Так вот, про что я говорил. В этом месяце, я не знаю, будет Deus Ex. Может, будет, там, по сути, промежуток с 8 до 22 до Секиры достаточно большой. Может быть, не Deus Ex будет, может быть, второй Dark Souls. Посмотрим, пока рано загадывать, чуваки. Все эти планы и расписание — это полный отстой, на самом деле. Ты можешь надумать, нагадать одно, а на деле все другое.
Поэтому я не люблю и не считаю, что это тупая штука, когда стример особенно какой-то пытается какое-то расписание составить полное говно. Все равно никто не соблюдает. Расписание себе могут позволить составить стримеры, которые стримят одну игру каждый день. И им не надо думать, что стримит завтра. И они вообще не парятся по этому поводу. Здорово, Twitch. Привет, Твичат. Кто нас там подошел? Аксен, Стивен, Адубан, Максик. Доброй ночи. Так. По поводу того, что сюжетка на 4 часа. Если 4 часа, то я за сегодня ее пройду, скорее всего. Но я смотрел на How Long to Beat, там 6 часов. Ну, на Subday я наиграл. Ну, час я играл, но я думаю, я там минут 40 прошел от силы. Так что посмотрим, как там. Посмотрим. Может, пройду, может, не пройду. Как пройдет, как сил хватит. Если спать не захочет сильно. Вот игру я запустил, кстати, и немножко кадров надропало. Я выставил настройки, которые мне GeForce Experience предложил в этот раз. Посмотрим, будет игра лагать или что вообще как. Хорошо будет работать. Привет, Стивенс. Доброй ночи. Так, игру захватить надо. Сейчас я альтабнусь. Зря я это сделал раньше времени. Да, Titanfall 2. Музыку можно оффнуть. Так. Я нажал прям продолжить, да, сразу? Окей. Нормально. Надо было в настройки залететь, посмотреть, что как. Не знаешь, чем заполнить время с 8 по 22? Есть несколько игр. Нет, почему с 8? 8 уже выходит 5 DMC. Непонятно, сколько, на сколько часов, сколько раз его надо будет играть, типа, чтобы пройти. Может, его тоже надо будет желательно проходить, например, раза два. Ну, там, типа, сначала за Ниро с Данте, а потом там какой-нибудь откроется персонаж или режим пройти только за Данте, только за Ниро. За 20 минут пройдешь. Это не демка. Посмотрим, говорю. Надо подумать и решить, что там. Грузится пока игра. Мы на каком-то там моменте остановились. Кажется, где мы вылезли из Титана, да? Нашего робота. Что-то бегали, стреляли. Продолжение, нажмите Space. Найдите способ слиться с БТ. Так. Не громковато? Игра, Титан, чуваки. Титан класса авангард и пилот из РФП. Убивают бойцов из АМЗ. Кто бы я не был. Я сейчас сам не особо не знаю, кто я есть. Я просто какой-то пехотинец. Сесть на иглу изометрии. Не, спасибо. Как-нибудь без этого обойдусь. Меня убил робот-инвалид. Пока я вспоминал, какую кнопку юзать милишку. У меня закончились патроны, кстати. Что за отстой вообще? Энергетический пулемет. А, я забыл, что у меня билки есть. Исчезновение. Я думаю, все уже давно слезли с иглы изометрии. Даже фанаты игр изометрических. Никто в это не играет. Они отказались от этой замечательной идеи. Что происходит вообще? Граната, что ли, какая-то? Где враги? Где-то слева. Ага. За спиной крысы. Ну, давай. Пишите уклонение. Опять хейт, так заслуженно же. Ладно, пусть будет двуствольный энергетический пулемет. В нем хотя бы патроны есть. Так, у меня есть двойной прыжок. Это что это у нас, адробаш? Походу, да. Пилот нас обошел по прямой.
Просто предложил, чем можно забить время. Я думаю, всегда можно начать смотреть видосики в таком случае. Мне нравится этот враг, чуваки. Что он делает? Это враг, который... Он сильно тренировался. ЕТС-2. Я даже не знаю, что это за игра такая. Впервые слышу. А что за игра такая? Что там делать надо? Ну-ка, расскажите. Не слышал про такую игру. Комплекс проник титанку от авангард. Возможно, пистолет-пулемет сойдет. Хотя... Во, патроны. Я сам им займусь. Че, чуваки, игра нормально работает? Не лагает на стриме? Ну что, я говорю, ну, я настройки повысил. Сейчас немножко подфризило, по-моему. Just chatting RPG. Ну, конечно, конечно. Надо следовать трендам. Бити. Так, а может быть, можно как-то... Это все сетевая. Ну, он вроде. Хорошо, спасибо. Ладно, окей. Впереди сильное течение, что указывает на выход. Двигайтесь дальше. Ой-ой-ой, что, блядь? Опять прыгать по стенам. Сложно. Так. Это я понял, как бы. Что дальше? Только перестань унижать. Кто тебя унижал? О чем ты, Максик, вообще? Вот видишь, я сам себя унижаю. Не могу нормально по стене сбежать и добраться куда надо. Паркур тоже не мое. Я выяснил для себя. Так. А в том же Эпиксе тоже так можно? Типа прыгать, бегать. Скучаешь по мне? Не смогу. Это бы противоречило директиве. Робота не убивай, я тоже не стал убивать, потому что он зелененьким горит. Я подумал, что может быть это тот робот, который с нами разговаривает. Но это на самом деле Титан наш. Еще сейчас четинг. Лучший игрок, ты умываешь руки. Ну ты же смотришь стримеров, которые сидят, только видосики смотрят. Че ты, Максик? Я же видел. О, смотрите, пушку запрятали. Что это такое? ЭПУ. What is ЭПУ? Одиночными энергетическими снарядами. Интересно, кто ее туда запрятал? Наверное, хорошая пушка, но мне кажется, быстро снаряд закончится. Это наш? Давно не виделись? Давно не виделись, Бити. Не соглашусь. Через ваш шлем я вижу все ваши действия. Он за нами наблюдает. Сражались, пилот. С этого пульта можно перекрыть поток грязи в следующей камере. Помечаю цель. Блин, я бы не хотел, чтобы какой-нибудь робот наблюдал за всем тем, то, что я вижу. В таком случае постоянно с закрытыми глазами будешь ходить. Это что у нас? Не, не хочу. Верните мне мое. О, замечено движение. Ты тоже видел движение? Ой, это был добрый. Но он живой, чуваки, он шевелится. Больше не шевелится. Да. Ну, это реакция. На всякий случай была. Ты тоже добрый? Ты добрый. Здесь ничего нет. Какая-то зерница мерзкая. На экране. Ну-ка, может, можно отрубить? Фу, блядь. Я думаю, что такое? Во! Терпеть не могу, когда в играх всякую зернистость добавляет и всякое такое. А, отрубается, да-да, я нашел. Ладно, ребята, поиграли и будет, я спускаю. Снайпер тоже есть. Ой-ой-ой, кто меня так ударил? Вот пропал. Я как будто в какой-то Doom играю, или в Кваку. С этим оружием.
Враги так разлетаются на куски. Ну, не на куски, от них точнее просто ничего не остается. Сплошная кровища. Так, насос. Переключение насоса. Аварийное отключение. Угу. Хватит. Вот бродар, да, какой-то здесь. Было бы неплохо. Цикл остановки насосов 20%. Убивайтесь от нападающих, я понял. Ой, блядь. Все, я невидимый. Работе моих систем наведения. Я невидимый. Стреляй уже. Беспорядочная стрельба в районах рождения моего пилота противоречит директиве 3. Какая директива? Ты ж дурной. Я сдохну сейчас здесь. Опять они клещи выпускают. Где клещи? Ага. Что-то они странно заспавнились. Ладно, не под запной реакции взрываются. Цикл остановки насосов 40%. Блять, опять клещ сраный. Они еще прыгают как-то странно. Так, меня так с патронов. Ладно. Чувак тупо решил подгореть, короче. Внимание, ТАУ-5 воздух, убегает клещей. Да хватит. Ой-о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 й. Я в домике. Я могу реально быть в домике, кстати. Нет, допрыгни. А ты откуда тут взялся? Ой, ну, это плохой домик, короче. Я пытался. Опа. Цель прибежала сама. Так, мне бы оружие какое-нибудь другое. Сойдет. Так, гренок. Что-то болтает там. Цикл остановки насосов 50%. 50 только? Медленно, конечно. Типа не особо позрываешь это говно. Я только об этом хотел сказать. Возрождение. Чё, чтобы заскользить, нажми этот контур? А, ну это подкат, по сути. Может быть, на 50% был чекпоинт? Как думаете? Или обделили меня чекпоинт? Может, здесь спрятаться? А, да, 80%. Ладно, все. Тут нас точно не найдут. Вот тут точно не найдут. Я уверен. Блять, нашли! Ровненько. У тебя очко? Ну, у нас у всех есть очко. Поздравляю тебя. Но вообще лучше слово на букву П тоже, наверное, не юзать. Плохие слова, да. Восстановлен визуальный контакт с пилотом. Начинай огневую поддержку. Наконец-то. Наконец-то огневая поддержка. У тебя ребенок? Мне что, женщина беременная? Блин, все равно мне придется. Все равно мне придется этот самый. Убивать их всех. Вы хорошо держались. Я отметил это в протоколе. Протоколе, хорошо держались. Выход на этой стороне. Следите с BT. Чё-то не в теме, но нельзя всякие гомофобные высказывания на Твиче. Нынче. Запрещено все это. Так что извинись. Включаю режим пилотирования. О, мы опять можем кататься на роботе. Я забыл уже управление. Номер 2. Выполнять задание. Задание. Продолжить спецоперацию 217. Вообще любой хейт-спич, по сути, запрещен. Теперь только радуга, бабочки, цветочки, жизнерадостность. Все довольны. Если нажимать спринт перед бегом по стене, будешь быстрее по ней бегать.
Да ладно. А если вообще спринт нажимать, то еще быстрее, наверное, да, вообще бегаешь? Сори, я в первый раз просто как бы. Вот еще, а если сейчас shift нажать? Так, что это? Это Кейн. Кейн тебя не приглашал. Поэтому ты умрешь. Так-так, отлично. Еще один заблудший герой. Какой-то рофлер-робот. Еще и с титаном РСП-класса «Авангард». Ого! Одобряю! А у нас на Твиче, наоборот, все не одобряют. Повеселимся, салага. Так, ну пробел у нас это... Ага, она... Пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук-пук. На G это у нас щит, по-моему, да? А, нет. Они очень яркие. Вали, салага, просто вали! Держите ли вихревой щит? А, все, понял. Так, ядро пулемета. Я сразу отберу твоего титана. Не надо, пожалуйста. Не берите моего титана. Электродым. Держи. Так, что происходит? Блин, я же отразил. Ну, честно. Так, додж. Что-то говёный додж. Ядро пулемета. Не боишься, точно? Бля, что-то я поломал робота. Себе не забрать. Архейдж. Отлично, пилот. Я вам весит, наверное, 200 гигов. Чё? Чё забрать? Покиньте кабину. Кидаю. Как там? F? Какую кнопку покинуть? На E, по-моему, да? Да. И сейчас какая-нибудь схватка. Он жив еще, типа, или чё? Наушник забрали у него. Это новый AirPods. Так. Рация AMC. Местные повстанцы. Слон, это близко. AMC почти запечатали ковчег. Пора готовить драконис. Есть. Схватило трех ополченцев. Что будем с ними делать? А, убей их. Убей. Подождите, бля. Я не понял. Всегда играла важную так роль. Мы против ополченцев в итоге, получается. Чтобы выжить, нам придется продолжить движение. Так, как обратно в робот? А, все, понял. Понял, понял. МС это враги. Я просто не понял, кто из них повстанцы, мы или они? Получается, они? Два Uncharted прошел, by the way. И че, как тебе? Ты повстанец, все, понял. Понял теперь. В бездну. Майор Андерсон пошел этим путем. Возможно, так мы сможем сократить дорогу. Рекомендую выбрать этот путь. Рекомендую, будто у меня есть выбор особо. Ох ты, как он круто подкатился и залез в робот. Прикольно, прикольно. Смотрим потоки. Бля, это робот, пиздец. Мне что, 15 лет, что ли? Смотрите, как я умею кататься. Что мы тут делаем? Что тут делаем, Бити? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Че такое синенькое? Новое снаряжение Титана. Что это за место? Сейчас. А? Скорч. Неизвестно. А что Скорч умеет? Располагает выпущенные снаряды, обжигает находящихся рядом врагов, выпускает стену огнем в выбранном направлении. О, прикольно, кстати. Сжигатель ловушек накрывает участок горючим газом. Огнем от мощной термит. Ну, короче, понятно. Скорч огненный. Блин, я пропустил сюжет. Иногда душит лазание стрелки жизни, как приключенческое кинцо. Прикольно. Как слышишь, прием. А я вот... Слушаю. Эш какая-то. Похоже, пилоты заполнили. Я говорю, Uncharted нужно было идти по... Видимо, идет к вам. По этой, по дорожке кинца.
давно. Кто такой Блиск? Кто такой Блиск? Наемник часто работает на АМС, военный преступник. Блиск виновен в смерти моего предыдущего пилота, капитана Ластимоза. Вот кинцо у них клевое получается, его приятно реально смотреть. Оно и хорошо сделано, и, ну, диалоги прикольные, сцены. Но, блядь, геймплей в Uncharted, конечно, просто пиздец. Стрельба, да, особенно кал полный. Только, по сути, как раз кинцом и всякими дурацкими смешными сценами вытягивает Uncharted и все. Ебать. Нормально вообще? Нихера. Ну что-то не особо мне нравится это оружие. Против бомжей вроде идет, так нормально. Что мочишь? Оно еще поджигает после себя поверхность. Наверное, в этом ее сила. Но то, что оно зарядно, это плохо. Здрасте. Ты можешь их топтать, но так неинтересно. Блин, мне дали пушку. Где я могу сжечь людей? Я сейчас походил с русской озвучкой, второй поставил английский с рутайтом, жить там дебики русские. Я, по-моему, с русской играл всегда. Вроде как. Ну, типа четвертый, потому что на стриме тоже с русской. Замечен вражеский титан. Тебе хана. Нихерай. Газовую камеру здесь он устроил. Жесть эта игра, конечно. Для маньяков каких-то. Ходишь, людей жжешь, газовую камеру устраиваешь. Как же он горит. Нацелен титан. Бей. Не надо, пожалуйста, не цельтесь. Я себе DS2 прикуп. Почему вторую часть именно? Ты про Dark Souls или про что-то другое? Я скачу и смотрю. Я ничего туда фикс. Не-не-не. Игру огнемета. Долго, кстати, вот этот огнемет заряжался. Так, еще куда нам? Она по скидке. Просто тут у нас, кроме меня, никто DS2 не любит. В нашем комьюнити. Ну что, огнемет зарядить? Ебать. Опасность, опасность. Ебать, сейчас сдохну. Бежи. О, хил. О, живем. Максик любит это вранье. Джебейт грязный. Сильное повреждение корпуса. Короче, против роботов мне не особо нравится воевать с этим скорчем. Против титанов, конечно, лучше чем-нибудь другим. Никакой DS не играл, но тогда я советую начать с трешки. Если ты хочешь, чтобы тебе понравилось. Хотя DS2 довольно казуально, в принципе, в этом плане. Быстро втянулись в дело. Блин, я уж играю не первый час.
термитной волной выкашивает всех, кто оказался на ее пути. Обжигает находящихся. Вот, по-моему, ни разу вот это не сработало, потому что она обжигает, надо, видимо, впритык стоять. Окей. Я бы советовал, если никогда не играл, если хочешь ознакомиться, с трешки начинать. Она потому что лучше всего сделана. Ну, именно юзер-френдли. Так, че это? Новое снаряжение. Новый титан. Брут. Блин, я не успел прочесть. Перехват стражки снаряда выпускает их обратно. Но это же то же самое, как у экспедиции. Копипаста. Держите кнопку, чтобы автоматически захватить сразу несколько целей. Это то же самое. СВВП с зависанием. Система вертикального взлета с зависанием. Полет. Ядро полета. Взлет с зависанием. Пуском ракет по целям снизу. Ну, хз. Грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. Конечно, трешку купишь. Ну, если со скидкой будет, возьми, да. Тоже короткий путь. Доверьтесь мне. Вызовите другой грузовой лифт. Как полет вообще выглядит? Такой, конечно, полет. Не особо полетистый. А прыжка нет, да, на нем? 20 евро. Но 20 евро это как на пеке с DLC со всеми. Нет, что у нас хочет, чтобы я вылез из титана, типа, и добрался туда? Окей, пойдем. Полностью автоматический дробовик. Мы считаем, что враг еще поблизости. Ну, считайте, считайте. Там тоже делался со всеми. Ну, дальше мы продолжим только на грузовом лифте. Помечаю на вашем дисплее панель управления. Да я нашел уже. Это тоже дробаш. Че у них здесь одни дробаши, что ли? Так, обратно, да, вернись к бити. Пилот, мне нужна помощь. Тебе помощь нужна? Ну? Площадке 13. И что, и как я тебе помогу? У нас украли робота. Отдай. Дай, верни робота. Пилот, я не могу высвободиться. Купер. Включил. Да, блед. Спиздили робота прям посреди белого дня. Как же так? Как жить дальше? Экстренная трансляция BT-72-74. Задание. Встретиться с пилотом Купер, найти майора Андерсона. Внимание, среда с опасными механизмами. Я должен выбраться из руки манипулятора. Попытка неудача, пытка неудача. Херово, титан. Пилот. Пилот. Нужна поддержка. Похоже, автоматическая охранная система поймала титана. Нам же меньше работы. Преданность. Это что это у нас? Нормальная винтовка? Давайте возьмем. Ты злой? Ты злой. Воу, 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 воу. Я впервые вижу такую катсцену. Если это можно назвать катсценой. Я каким-то казодометом стреляю, лу. Враги такие, конечно, болванчики, пиздец. Кошмар какой. Можно начать с двушки, чтобы понять, что ничего лучше нет, сэкономить бабки. Не знаю, не знаю. Ты просто Максих-хейтер. Двушки. Дискаунт 50 евро. На 50 евро потом купишь жене цветов. Пилот. Купер. Из-за того... Сообщаю, меня тащит в подстанцию. Серьезно? Я типа не упал? О, окей, окей. Тоже мне короткая дорога. Короткая дорога. Ластимоза был прав. Планировать там шлем лежит, но срать на него. Нет, ничего не дает. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт. Идите вдоль труб, блять. Я как суперсус какой-то. Ребенку коляску. Ничего, скоро придумают каких-нибудь электронных няней, никаких колясок не надо будет.
Изометрию хейтишь. Да-да. Все верно. Так, ты злой робот? Вроде не злой. Так, чё, куды? Просто пробежать? Да, походу. Пилот, по всему комплексу рассредоточены пехотинцы АМС. Соблюдайте осторожность. Бля, ты бы лучше сам осторожность соблюдал. Пиздец, боевой титан и его этот самый. Просто грузовая штука споймала и унесла. Ждешь, когда придумают электронных женщин? Да уже придумали. С какой вообще стати мы должны подчиняться этому чертову? Горите. Ну, правда, пока не два в одном. Есть электронные женщины, есть всякие эти. Резиновые девчушки. Лиск, это Эш. Я захватила титан класса Авангард. Что мне с ним делать? Да что хочешь, мне плевать, уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе. Они не в курсе, да, то, что я их прослушиваю, по сути? Я пущу его в ход. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. Уничтожь его, если потребуется. Ясно? Конец связи. Тут кринат прохляет твои женщины. Тут меня по сборочной линии. Там есть общий плюс выход. Крыса. Рекомендую вам идти по платформам. Найдите БТ, продвигаясь по ходу пилот, движения сборочного конвейера. Окей. На сборочном конвейере вас может раздавить. Раздавить? Хуёга. Че, я жук какой, чтоб меня давить, таракан? Это что такое вообще? Что валяется? Что валялось? О, робот. Чем он стреляет? У них это огненная пушка. Так, куда нам вообще? Я так понимаю, надо на контейнер отпрыгнуть. Эту штуку. Да? Ебать, я упал. Ой-ой-ой-ой. Сбивает. Че такое? Дрон какой-то, что ли? Рай. Блин, вот анимация, как будто они умирают с этого. Чё, Мозамбик? Что это? С управляемым разлетом. А, так вот они еще стреляют. Я теперь понял. Вот что это такое. У меня сейчас топа есть. Что-то две контрольные точки подряд. Мне же на этой плите ехать, да? Так, теперь сюда. Ебать, там трава растет. Так, так, так. Теперь сюда. На гранату. Что-то контрольные точки за контрольные точки прям. Пистолет напоминает, как будто какой-то там из Destiny. Смерть. Не, гранат, конечно, пососты. Надо поставить на какие-то обычные разрывные. Термитные, да. Так, спидфайр. Во-во, где осколочная была? Все. Так, куда дальше? Опять на этих платформах ехать? Вот да. Так, теперь бежать по стене. Ёпта. Так, так, тихо. Теперь гранаты есть. Если это боты на всех сложностях так тупят, и у них просто увеличивается урон. Или это просто из-за того, что обычная сложность стоит, они так там стреляют тупо в укрытия, в которых они стоят.
тебя же спиной взорвалась, Грена, ты чё вообще? Чё такое вообще? Буду сделать специально такими, чтобы ты себя матч почувствовал. Да, потом идешь в мультиплеер, и тебя нагибают. В итоге, из-за этого. Что я не стрелять научился, не контрить все это говно. Ну не, почему? Ботов можно сделать, ну, такими. Хотя бы не дебилами просто. Разве этого недостаточно? Тут просто они какие-то конченые дебилы. Ну, они стоят и стреляют в укрытие перед ними. В стену, в коробку там. Вот официально делают дебилами, но я думаю, не везде. Просто не у всех получается сделать ботов не дебилами. Наверное, это не так просто. Пилот, меня везут через участок с готовыми сборными конструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Черт, Бити, что же они тут строят? Действительно. Неизвестно, но сомневаюсь, что АМС производит жилые дома. Обычно АМС их разрушает. И что же это такое? Экспедиция на Марс? Что такое? Почему там робот стоит? Тут странный. Что там, турель что ли? О, прикольно. О, вот это вот неприкольно сейчас будет. Взрыв. Пожалуйста, не взрывайся. Пожалуйста, не взрывайся. 15 можно. Классика в этих шутерах, когда милишка наносит столько же, сколько почти пули. Так, ладно, все, инвиз, инвиз. Я в домике. Да, да, да. До свидания. Это почти Спарта. Так, пока я здесь шарился, куда мне? Найдите Бити, продвигаясь по ходу движения сборочного конвейера. Понял, понял. Блин, если бы эта игра была бы от этих, от Ubisoft, я бы сказал, что они собирают здесь Division 2, например. Говорят, что Division 2 это просто самый тупейший рескин. Я даже говорит, рескина толком нет, на самом деле. Вообще ничего нового. Долбали, кстати, спамят постоянно на почту своими предложениями поучаствовать в открытой бете. Так, стоп, стоп, стоп. Я хотел туда запрыгнуть. Эх, блять, на соседнюю платформу. Хотел прыгнуть. Не получилось. Что, блядь, сэр? Ну, это реально какие-то капсульные дома они собирают. Либо это тренировочные базы какие-то, может быть. Для солдат. Эй, куда ты бежишь? Странно, что они против тебя кидают титанов, только когда ты в титане. Завод, где дома собирают. Ну вот я и говорю, какие-то капсульные дома странные. Пока что, видимо, едем на этой платформе, но он все. Правда, я не знаю, туда мы едем, куда нам надо или нет. Так, ну допустим, сюда. Так, неплохо бомбануло. Грена. Вообще взорвалась, нет? Ебать, как же мне хуёга. Опять с этого места, что ли? Ну ладно, катаемся.
Боты в Modern Warfare 2, особенно в хабелах. Не играл. Я на сабде играл в какую-то недавно. Представь, если бы они были чуть умнее. Но их просто много здесь, да и все, лол. В чем проблема? Просто сидел бы за укрытием больше. Меньше бы пушил, вот и все. Но тут, видишь, тебя пускают суицидников, роботов, лол. Если только перестреливаться, то ну, вон, пожалуйста, пушит меня, нормально. Так, а что дальше, может просто сюда идти? Я даже хер знает просто. Ну, какая-то платформа вон едет. А, не, она сюда же едет, да? Я отсюда приехал просто с другой стороны. Что за пушка? Какая-то говёная пушка вот у меня сейчас. А, я умер от электрического дыма. Плохое помещение об электрическом дыме. Началось. Может, на эту надо штуку запрыгнуть и дальше поехать? Не, вот здесь я спрыгнул, да. Да, я понял. Окей. Граната вообще взорвалась, нет? Такое ощущение, как будто граната непонятно куда улетела. А, ну вот эта штука турелька меня душит. Да. Пам-пам. Ну, зон такой какой-то прям... Как будто за мной, не знаю, мистер Икс из Resident Evil гонится. Цель лижется. Цель котик, блять. Ха. Так, 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 так. Чё опять? Ну чё опять этот дым дурацкий? Ну ёб тебя в зад. Граната, берегись. Ему тупо поебать на гранату. Сука, не долетел. Так, ты умер? Нет, ты не умер. Куда дальше? А, на эту платформу? Ну, допустим, на эту. Maybe. Я не уверен. Да, попад сюда. Пам-пам-пам-пам. Куда едем? Да, чекпоинт. Все в порядке. Пилот, пилот, вы в порядке? Учитывая, какой я везучий. С моим везением, тут скоро все вывернется наизнанку. Или вверх дном, учитывая обстоятельства. Хм. Почему это он сказал вверх дном? Типа эти платформы постоянно переворачивают, я с них падаю. Он к этому? Хм. Пам-пам-пам. Ну, пока мы реально просто едем вперед. Не знаю, можно книжки поразглядывать. Какие-то QR-коды как будто. Ну и хер засканишь, скорее всего. Да? Должна отметить твою настойчивость, хоть Алексей есть чему тебя поучиться. Угу. Отсюда есть только один выход. Наверх. Замечательно. Так. Пилот, по всей видимости, выход в куполе наверху. Рекомендую во что бы то ни стало туда добраться. Хорошо. Прикольно. Давайте добираться. Паркур. Миг 28, твоя любимая. Про что там написано? Это еще цитадель напоминает немножко из... О, машинка. Из этого... Из Mass Effect. Тоже. Че вообще? Ты у меня робота своровал.
Это слово даешь. Опа, шлем. Не знаю зачем, правда. Но шлем, да. Берите, пожалуйста. Спасибо. Так, куда дальше? По этой руке? Есть эта рука вообще. Бля, эти двойные прыжки. Духота такая. Найс, чекпоинт, кстати. Ай, блядь. Да. Я же не попадаю по кнопкам. Не, по кнопкам я попадаю, я не попадаю по текстуркам, куда мне нужно забраться, собственно говоря. Че по кнопкам здесь попадать? Пробел, да, shift. Не зря они здесь столько чекпоинтов понаделали. Моделирующий купол. Ёпта, он уехал! Это лететь на дно, блядь. Долгая загрузка, видимо, чекпоинт. Тот самый, да. Так я не долетаю туда. Ну, я встал на передвижную платформу. Это не передвижная платформа. Может, она должна приехать поближе? Ну давайте дослушаем, окей. Нетерпеливый. Да уж, быстрее хочется до женщины добраться. Здорово, Клодер, куда ты торопишься? Как там шутка, типа, куда ты гонишь, брат? Тебя там семья дома ждет. Все из-за этого, конечно же. Ебать, какой херовый графин. Какое говно, конечно, JPG-шка в 360p. Вот это, конечно, вообще прям кошмар. Так, а чё дальше-то? Ну, идти вперед? Или ждать, пока нам построится. Так, а что здесь написано? Что за знаки? Титаном сюда нельзя, собственно говоря. Загружается сценарий 127 куполи динамического моделирования 304. Ло, ну я же сказал, это, блядь, моделирование. Давай, боевое. Строит домики для тестирования боевой этих способностей. Ну чё? Чё так долго? Мне, может, нажать надо на что-то? Доставка испытуемых ополченцев. Ага. А, то есть они ополченцев изъят как испытуемых? Уцелейте в ходе тестового сценария. А я уже в них стрелять начал. Загрузка сценария 127 завершена. Начнем же. Выпускаю спектров. Такие глазища. Спектры. Так, what the fuck? Это роботы. Здорово. У вас проблемы? Никаких проблемесов. Я тут типа занят. Если вы в бою, используйте маскировку, она временно сделает. Блять, советчик ебаный. Запуск испытательного. Пошел ты. Пришел, помог бы лучше. Тоже мне эксперт нашелся. Так, сейчас титан вылезет или че? Да. Хуёга.
Победите жнецов. Что, в Apex сыграем? Шуточный. Не, а почему ХП не показывается у этого жнеца? Видеосвязь установлена. Купер, в тех домах содержится запас оружия. Я видел, как его грузили на сборочном. Прикольно, купере. Прикольно. Задействую дополнительных жнецов. Не убивай! А чё я, кстати, я так и не понял. Я не играл в Apex и стримы не смотрю. Но я когда натыкался, там нет синглплеер. Ну как, то есть, там только в сквадах можно играть. Блять, опять эти роботы сран. Заебали эти взрывающиеся роботы, если честно. То есть там нет сингла этого. Только в сквадах вонючих. Странная игра какая-то. То есть ты постоянно... Если ты один хочешь играть, то ты постоянно будешь с рандомами, да? Но это полное говно какое-то. Если, допустим, у тебя там друзей нет. Так, ну пойдем искать экипировку, нам сказали. Потом... Да, я вот что-то читал такое, но, блин, потом... Эпу. Так, что за эпу? Можешь отделиться и бегай сам, но это вряд ли хорошая тактика. Ой. До свидания. По слухам, будет соло на еду до этого майнера. Отсылки обнаружили. Да, и причем это будет режим за деньги, да, кажется? Капа. Капа, мы же с собой друзья были. Капа. Пожалуйста, не надо. Где? Я их-то не вижу, блядь. Как они меня видят? Ну, хуевато, знаешь. Пяти, похоже, я ее достал. Объясните мне это выражение позже. Многобилки, перстли, тимборка. Да, да, тем более. Есть там такая тема. Так, ну придется расстаться со снопой. Покиньте моделирующий купол. Держи. Так. Так, чувак застрял в текстурке. Ну не в текстурке, купол закрылся. Интересно, он умер от этого? Или я его раньше убил? Наус, миник, my friend. Я видел, там есть какая-то веревка у одного из персонажей. Один персонаж, ну вообще хилер как бы. Спаси, как я его спасу. Тем более он стрелял в меня. С чего это он, братишка? Он враг. Третий с пилотом Купером. Все еще Купер ищем. Блин, Брэдли Купер, получается, с Леди Гагой получил Оскара, да? Вроде как. Или нет? Я что-то помню, они что-то там пели, и были что-то довольны на Оскаре. Эш, скажи мне, что ты убила того пилота. Почти убила. Не отвлекайся на свои игры. Что, нельзя совмещать приятное с полезным? Нет, если мешает работе. Поняла. Конец связи. Тесно, какой я робот у этой Эш? Я цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4 Чарли, подрыв зарядов с 21 по 29. Блять, ты рядом со мной взрыв или чё? Всему персоналу АМС. Говорит, с сожалением сообщаю, что поскольку вам удалось справиться с нарушителем, мне придется уничтожить весь мир. Мастиф. Некоторым из вас покажется, что... Что это у нас? Ой, дробаш, не, отдайте. Так, чё нам? Прыгать по этому дерьму или чё? Ебать. За что собачек выкидывают?
Я так понимаю, прыгать по ним. Я перелетел. Да, я тоже знаю, что я сделал. Я лишка ускорился. Бывает. Перебрал скорость. Так, туда, да? Добрые роботы. Кто же добрый дрон? Здание разваливается. Предлагаю покинуть его. Похоже, вы совсем недалеко от меня, отмечаю местоположение. Отмечай.